Дорогие друзья, вы готовы? Это мало, а громче Казань! О-о-о, друзья, еще раз здравствуйте! Еще раз всем привет! Казань! Дорогие друзья! Но сегодня что-то невероятное происходит здесь, на Нефть-арене. Впервые в жизни, друзья, такое происходит в хоккейном клубе «Акбарс». Сегодня шоу-презентация новой команды хоккейного клуба «Акбарс» сезона 2013-2014. Ура, ребята, ура! Отлично, друзья. Я очень рад, что вы все пришли. Я думаю, что игроки тоже рады. Ну и, друзья, для того, чтобы нам с вами встретить игроков, представить новую команду, давайте мы все вместе потренируемся, как это обычно делается, немножко покричим, и давайте запустим первую волну в этом сезоне. Давайте сделаем это, друзья. Я бы хотел сейчас, чтобы громко покричал вот этот сектор, вся вот эта половина. Ребята, как настроение у вас? Готовы? Ай, молодцы! Третий сектор, центральный, обычно не очень громкий на матчах. Сейчас посмотрим. Ребят, как у вас настроение? Готовы? Супер! Ну и вот эта половина вместе с фанатами. Ну-ка громче покричим! Друзья, вот невероятная атмосфера царит здесь на Нефть-арене. Ну и прежде чем мы увидим команду, увидим, друзья, то, что мы для вас приготовили, давайте поаплодируем людям, которые всегда ездят на выезды с командой, людям, которым не страшны ни мороз, ни холод, ни дождь, ну вообще, даже какой автобус им не важно, друзья. Давайте поаплодируем фанатам хоккейного клуба «Акбарс» вместе. Это реально самые преданные болельщики в мире. Дорогие друзья, ну а теперь давайте запустим волну первую в этом сезоне, самую красивую, вон оттуда. Ladies and gentlemen, please let's make a wave. Давайте запустим волну прямо с краю. 5, 4, 3, 2, 1, давай! А громче, громче, громче! Есть! Ну еще разочек давайте. 1, 2, 3, 4, поехали! Ну, громче, друзья! Отлично! Браво, браво! Давайте поаплодируем друг другу. Таких болельщиков надо поискать еще. Пусть нам завидуют остальные клубы, друзья. У нас есть такое событие, которое проводится сегодня. Ну и теперь давайте сделаем то, когда мы начинаем матчи, мы это всегда делаем, друзья. Делимся ровно напополам, друзья, по вот этой красной линии. Поднимаем руку вверх, правую руку вверх. Надо, чтобы ребята нас услышали, тоже завелись немножко. В эту сторону направляем руку, кричим «Вперед, Акбарс!», а мы им в ответ сюда направляем руку, кричим «Вперед, Акбарс!», окей? Окей, давайте. Ручку, ручку выше, 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 выше. 3, 4. Вперед! Аплодисменты друг другу, красавцы, красавцы! Друзья, ну поистине лучшие болельщики в мире здесь сидят, поэтому аплодисментов еще громче можно, еще, конечно. Давайте друг другу не стесняйтесь, еще громче аплодисменты друг другу. Дорогие друзья, ну у каждого клуба, у каждого хоккейного клуба, спортивного клуба, да и вообще много у кого, друзья, у государства есть что в первую очередь, это, конечно, гимн. И без гимна никак мы не можем начать. Я прямо сейчас хочу представить вам, и давайте мы все вместе поприветствуем на сцене этих ребят, те, кто написали и исполняют гимн хоккейного клуба «Акбарс». Это группа «Шопенгауэр», друзья, давайте им поаплодируем. А погромче. Группа «Шопенгауэрс» и фанаты хоккейного клуба «Акбарс», пожалуйста, друзья, гимн хоккейного клуба «Акбарс». Как вас много, как нас много! Акбарс.
бьется сердце стадиона. Я снова словно в первый раз. На лед выходят чемпионы. Сейчас я как один вперед, так парс мы полетим. Свои ворота взять не дашь, все знают, трубок будет нам. Сейчас я как один вперед, так парс мы полетим. Свои ворота взять не дашь, все знают, трубок будет наш. Друзья, кто еще считает, что клуб будет наш, давайте погромче! О-о-о!